Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! И на повестке дня у нас сегодня теплица арочная 1,5 на 3. Но теплица вроде обычная. Основание у нее очень необычное. Пойдем смотреть ближе. Значит, стоял у нас тут кессон, бак по-русски, в котором набирали воду, поливали. Сейчас, видимо, будет купаться, я так понял. Вот бак, размер у него где-то 1,5 на 2 метра. Вот он чуть-чуть поуже, как мы видим, чем 1,5 метра. То есть была задача закрепить к нему теплицу 1,5 на 3. То есть у нас 3 секции стоит приварены к этому баку. Приварено, все подкрашено. И 1 секция сделан вынос. Вынос из уголка 40 на 40, оцинкованный. Вот. Сделана площадочка. Тут стихийные ступеньки, все приварено сильно мощно. Пойдем внутрь, ступеньки должны выдержать. Дверь у нас цельная, на крючке тут держится. О, все прочно, ничего не шатается. Вот так это выглядит все изнутри. Желтый поликарбонат толщиной 4 мм. По идее, вот это должен был быть торец. Но клиент попросил, чтобы мы как-то изловчились, сделали из торца перегородку, а там оставили просто козырек. Ну, у нас получилось. По низу у нас пущен отлив, также диагонали укосины. Ну, в принципе, все как на обычной теплице. Все неровности спрятаны вот под декоративным уголком. Это вот изнутри видно, снаружи этого ничего не видно. Все красиво и ровненько. Опа. Сейчас с другой стороны посмотрим. Один торец глухой. Вот, ну, выглядит все, конечно, достаточно своеобразно, глазу нужно привыкнуть к такой конструкции. Но сама идея и ее реализация получилась достойной, я считаю. Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас небольшой рассказик о теплице 1,5 на 3. Цвет коричневый, но это не совсем теплица, это клиенты заказали, будут обустраивать здесь, я так понял, душ. Тут уже какой-то поддон притащили, нам поставили деревянный. Интересная, конечно, задумка, смотрится классно. Вот, значит, каркас у нас размер 1,5, я сказал, на 3, извиняюсь, на 2 метра. Покрашен он цвет шоколад, называется поликарбонат бронза. 0,8 плотность, смотрится, конечно, шикарно.
Ну, да, своеобразно, конечно, все равно что-то будет, какой-то силуэт будет виден. Стоит это все у нас на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен колышками к земле. 4 колышка, также диагонали укосены для большей жесткости конструкции. Дверь цельная. Дверь цельная. С крючком, чтобы ветром ее не било. Ну, в принципе, все. То есть изнутри мы, в принципе, видим все. А вот снаружи уже достаточно трудно там что-то разглядеть внутри. Вот такой получился у нас теплица-душ. Теплица-душ. Теплица-душ, судя по тазику, еще и бассейн. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!